Стрельба по полицейским в областном центре. Профессиональные действия сотрудников полиции позволили задержать правонарушителя без применения оружия. Офицер вошел один в квартиру злоумышленника и убедил его сдаться. Начиналось все как бытовые разборки. Женщина сообщила, ее избил муж. На место проживания потерпевшей выехал участковый вместе с нарядом полиции и охраны. Дверям никто не открыл. Вместо этого из квартиры неожиданно раздался выстрел в закрытые металлические входные двери. Когда полицейские выходили, хозяин с балкона сделал в их сторону из охотничьего ружья сайга еще несколько выстрелов. Попал в дверь подъезда. Правоохранители сразу вернулись назад. Заблокированный в квартире гражданин сложить оружие отказался. Чтобы предотвратить возможные жертвы, в переговоры со злоумышленником вступил начальник Александровского отделения полиции. В ходе переговоров через домофон преступник согласился впустить квартиру для переговоров одного из работников полиции без оружия. Лично мной был осуществлен выход в квартиру. В ходе переговоров мне преступник пошел на уступки и согласился сдать оружие. Ранее неоднократно судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Запорожья 56-го года рождения задержан. Дома у него обнаружен внушительный арсенал оружия. Сейчас ему планируется сообщить о подозрении в совершении преступления и обратиться к следственному судье с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.